Всем привет! Сегодня у нас Ford Mondeo третьего поколения, рестайловый, двухлитровый мотор Duratec. На нем будем менять прокладку клапанной крышки. Мы заказали оригинальную прокладку маздовскую, она вышла по цене немножко дешевле, чем оригинальная фордовская. Ну, made in Japan, в общем-то, достаточно приятная на ощупь. Ну, начнем разбирать. Сам процесс, в принципе, достаточно прост. Нам надо снять декоративную крышку и дальше открутить тельное количество болтов. Вот, а при сборе будут небольшие нюансы. Вот это то, из-за чего мы решили поменять прокладку. Самый главный нюанс — обмазать герметиком стык передней крышки двигателя. Обмазать без фанатизма, тонким слоем. Остальное съест, возьмет на себя прокладка. Больше ничего герметиком мы здесь не мажем. Мы очистили поверхность, намазали герметиком, набросили крышку с новыми прокладками. Теперь момент затяжки. Момент затяжки на болтах 10 ньютон, то есть 1 килограмм. Тянем от центра по кругу. То есть тянем первый. Хорошо садится. Раз. Два. Дальше. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И сверху еще один круг. И потом, наверное, еще раз вернемся к первым, чтобы протянуть, проконтролировать, насколько оно хорошо подсело. Вот, в общем, и все. Прокладку поменяли, крышку затянули, завели, посмотрели. Прокладка явно осталась на месте. Следов масла пока что не видно. А все остальное покажет время на прогретом двигателе. Всем успехов!